Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам, теперь составит 40% среднего заработка. Ранее он определялся в зависимости от периода увольнения женщины с работы. Пособие выплачивалось в фиксированных размерах, установленных федеральным законом, если женщина увольнялась в период отпуска по беременности и родам в размере 40% среднего заработка женщинам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком. Конституционный суд счел такую дифференциацию размеров пособий необоснованной и установил одинаковый подход к определению размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком. В обоих случаях размер пособия будет определяться исходя из среднего заработка и составит 40%.